Всем здравствуйте, вы на канале Елена Франц. У нас сегодня в нашей деревне фестиваль Прованса, поэтому мы с мужем решили сходить и посмотреть, что происходит. У нас очень хорошая погода, 22 градуса, ночью была гроза, и сегодня просто прекрасный день, чтобы гулять. И мы уже слышим, что там что-то происходит, так что пойдемте с нами. У нас здесь находится большой бассейн, закрытый, и около бассейна происходит все. Происходят праздники в Провансе. Просили показать костюмы, вот как раз костюмы, прованские костюмы. Браво! А сейчас будет проходить месса, и мы пойдем посмотрим, как это происходит в Провансе. Вот это герб нашего Лансон де Прованса. Шери Буркосе Виль. Буркосе Сапель Виль. Уси? Тутам? Я спрашиваю, почему называется Виль, это город. Вообще это деревня. Он сказал, что в Провансе деревни тоже называют город. Вот сколько народу пришло на мессу. Сейчас будет проходить месса. Месса, я говорю по-французски, это служение. Почему месса будет, служение будет проходить в этом зале? Потому что церковь наша на реставрации, и служение будет проходить вот в таком зале. Это будет необычное служение. Это будет служение, которое будет проходить на языке Прованса, на диалекте Прованса. А сейчас будет происходить бенедиксион де шво, то есть будут освящать лошадей, чтобы они были под постоянной защитой. Сейчас мы посмотрим, как это будет происходить. Все будут до самой церкви пешком идти. И там будет происходить бенедиксион.
мы решили с мужем немного схитрить и опередить всю колонну, срезать путь и встретить всех уже возле самой церкви. Так что мы по-быстрому торопимся. Но вот мы их и поймали. Все направляются в церковь. И мы тоже пойдем в церковь. Это у нас в Лансон-Провансе две церкви. Он одоле иглиз гранд, большая, которая сейчас закрыта на реставрацию, и маленькая, которую я вам еще ни разу не показывала. Ну, пойдемте как раз посмотрим. А в красных штанах, в розовых, это наш мэр. Прямой эфир я уже выставила с мессы. Это был мой первый прямой эфир, так что простите, если это было скромно. Ну все, посмотрим сейчас видео. Ну вот, все готово. Сейчас будет освещение. Бенедиксион по-французски. Мерси. Читают молитву. Сейчас я подойду. Все люди хотят подойти и сфотографировать. Но Лена впереди всех. Я зашла в церковь. На улице праздник. А мой муж и стоит и меня ждет. Уже все посмотрел, все узнал. Провансо. Салют, Провансо. Ой,
quoi? Ça va? Oui, ça va. Ouais. La fête, elle est super? Ah, ben super, hein. C'est traditionnel. Hein. Oui, c'est traditionnel. C'est chaque année? Oui, chaque année. Я у него спрашиваю, нравится ли тебе праздник, он сказал, конечно. И что этот праздник проходит каждый год в Провансе. Но так как мы попали на этот праздник первый раз, да, c'est un août, on est déménagé. Потому что мы... А, нет, мы уже в конце июля прошлого переехали в Прованс. Так что показали все вам. Спасибо всем, кто остается с нами на нашем канале Елена Франц. И до новых встреч в Провансе. А мы сейчас пойдем пить аперитив. Voilà. Аперитив, voilà, который нам подарит мэр нашей деревни в честь праздника. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь okay. на Инстаграм и на наш канал. Мы вам очень рады. О, муха какая прилетела. Мы с вами попрощались. Но потом дошли до площади, где находится наша мэрия, и решила я вам показать, как происходит бесплатный, то есть подарочный от мэра аперитив. Сейчас мэр будет говорить речь, и потом будет всем предлагать небольшой аперитив. Это будут такие маленькие тостики с паштетом из зеленых и черных оливок, также оливки и спиртное. И вечером здесь будет концерт перед самой мэрией. Ну все, теперь уже точно. До связи. До свидания. Пока-пока.